Здорово, заебал. У мужика вздулся живот, он к врачу, а врач решил приколоться и говорит: «Э, да ты беременный!» Мужик в панике: «Дайте самое сильное средство, чтобы выкидыш был». Врач дает ему слабительное, пей, говорит, по одной таблетке в день. Но мужик сразу горсти выпил, идет на измене по улице, и тут прихватило, ну все, думает, рожаю. Оглядывается и видит открытый канализационный люк, присел над ним и сделал сброс. А в люке сантехник орет: «Ой, мамочка!» И пытается вылезти весь в говне. У мужика вообще крышу снесло. Толкает его ногой обратно в люк и орет: «Нет у тебя мамы, сирота ты! Сирота!»